Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Попрошу вас перед початком нашої розмови поставити дзвіночок, підписатися на наш YouTube-канал і залишити коментар. Найкращі коментарі, найконструктивніші будемо намагатись зачитувати і обговорювати з нашим експертом. А сьогодні в нас в гостях Михайло Шайтельман, український політтехнолог. Вітаю, слава Україні! Героям слава, здравствуйте! Пане Михайло, хочеться поговорити про Китай, звичайно, бо він теж ньюзмейкер і останніх тижнів, особливо сьогодні. Про нього згадували і в Кремлі, про нього згадували і в Україні. І, звичайно, про Росію на міжнародній арені, навіть в спорті. Тому що таке враження, ніби вони, Росія намагається повертатися в геополітику іншими шляхами. І питання, звичайно, Грузії. Що там відбулося і як це сприймає Росія? Почнемо з Китаю, тому що сьогодні з'явилася інформація, що The Wall Street Journal передає, що начебто після того, як Сі Цзіньпінь, керівник комуністичної партії Китаю, відвідає Москву, він має на меті також обговорити війну з Росією і з президентом України Володимиром Зеленським. В якому форматі, наразі невідомо, кажуть, можливо, відеотрансляція, наразі невідомо. Як ви вважаєте, пане Михайло, от саме перша розмова Сі Цзіньпіня після повномасштабного вторгнення з Зеленським, це є плюс, мінус чи нейтральна річ? Ну, конечно, плюс. Нам в любом случае сейчас, потом нужны хорошие отношения с Китаем. Это не важно вообще, идет война, не идет война. Тем просто, когда идет война, то тем более. Начнем с этого. То, что для Китая при этом Украина не важна. Ну, то есть такой сильной, большой важности для Китая Украина не имеет. У Китая есть там свои приоритеты, одним из которых, далеко не первым, безусловно, но является в том числе Российская Федерация, одним из которых является Беларусь, возможно, даже более важной, чем Российская Федерация для Китая, потому что они выбрали Беларусь как такой производственный хаб в Европе. А у Украины никогда не было каких-то больших отношений с Китаем, наоборот, Украина с тех пор, как ориентируется на однозначно вот так на Евросоюз, ну, например, Украина вошла в такую коалицию, ну, перед войной это имеется в виду было, которая называлась, по-моему, Clean Network, то есть это инициатива Госдепа США, чтобы освободиться от китайских технологий в инфраструктуре, от технологий компании Huawei, и, против которой введены санкции американцами, и наоборот, соответственно, перейти на западные технологии, то есть строить чистые сети, чистые от китайского шпионажа. Естественно, Китаю такое не нравится, но вот страны Евросоюза такое тоже подписали, большинство стран, по крайней мере, Украина в том числе. И поэтому нельзя сказать, что мы близки с китайцами. Поэтому нынешние переговоры, ну, возможно, заложат какой-то будущий фундамент. Они не решат проблему войны, не решат. Китай не может быть успешным, на мой взгляд, каким-то посредником в этих переговорах. Не может быть той страной, которая договорится с обеими сторонами. Это просто не его роль, не его работа. Но Китай будет важным фактором. В каком смысле? Вот американцы буквально за последние несколько дней, это, по крайней мере, сообщалось все это вчера, когда это произошло, мы не знаем, сумели убедить Индию присоединиться к санкционным усилиям цивилизованного мира в отношении Российской Федерации. Что Индия, не знаю, насколько официально, но такие сообщения были буквально вчера, что Индия теперь будет закупать нефть у России только по цене не выше, чем потолок, не выше, чем $60, и что Индия не будет помогать России обходить другие санкции. Вот то, чего добивается сегодня США и мир от Китая, это такой же позиции. Не перестать торговать с Россией, но не позволять обходить санкции, раз. И второе, торговать только по тарифам, которые определяет цивилизованный мир. Вот это то, на что китайцев уговаривают европейцы, американцы. Уговаривают, естественно, не... Понимаете, китайцев нельзя уговорить словами, ну что вы, посмотрите, Россия такая ужасная. Они знают, что Россия ужасная. Их нельзя уговорить словами, Россия творит геноцид. Им совершенно нет дела до того, что Россия творит геноцид. Китайцы люди практичные. Им нужны за это практичные некие достижения в обмен на то, что они поддержат каким-то косвенным образом санкции. Вот это сегодня главный фронт, наверное, в отношениях с Китаем. И там главные силы – это американцы, в первую очередь, ну и вторые – европейцы. Поэтому мы здесь не сильно велики. Но как мы впишемся в это все, это будет зависеть от разговора. Это приятно, что с нами согласились разговаривать. А пане Михайло, як ви вважаєте, яка має бути позиція України по відношенню до Китаю? Багато хто каже, що нам потрібно бути тихіше трави,
нижче трави та й тихіше води. Тобто не лаяти Китай, не казати, що от ви такі-сякі, не вводите санкції, ви підтримуєте Росію, а бути нейтральними і сприймати Китай, от як ви розказуєте, як Китай, який шукає власні інтереси. Да, я, конечно, поддерживаю именно эту позицию, что нам нужно быть тихими в этом вопросе, потому что вот не в наших руках принудить Китай или уговорить Китай, скорее не принудить Китай, это, наверное, единственная страна в мире, которую нельзя ни к чему принудить. Вот, понимаете, Россию можно принудить. Можно принудить Индию, потому что у нее слишком много интересов и слишком много проблем, которые надо решать. И поэтому цивилизованный мир может сказать Индии, значит, смотрите, ребята, вы теперь будете соблюдать, а за это будет вот так. Китайцы единственные, кого нельзя ни к чему принудить, потому что они абсолютно самодостаточны. У них есть все, вот просто все, и им никто не нужен, в принципе. Да, когда они имеют отношения с другими странами, они развиваются быстрее, когда не имеют, то медленнее. Вот. Поэтому наша позиция должна быть, встать в один ряд с Евросоюзом. Вот мы должны взять, вот есть позиция стран ЕС, или консолидированная даже позиция Еврокомиссии. Мы должны получать ее из Брюсселя, зачитывать, что там написано, и ставить свою подпись тоже. Вот и все. Там выработки, надо сказать, что в выработке позиции ЕС мы имеем право принимать участие. Мы должны обращаться к ЕС, говорить, уважаемый Евросоюз, а вы включите еще в отношении Китая, пожалуйста, вот такие-то, такие-то шаги, предложения и так далее. Но не сами идти с этим в Китай, а через Евросоюз. Тогда у нас гораздо больше шансов быть услышанными Китаем. А, до речі, пане Михайло, а Євросоюз погодиться на те, аби враховувати думку України в китайському питанні? Во в тому, що касається війни, звісно, да. В остальному, звісно, ні. Но нас інтересують тільки от ці моменти. Звісно, я думаю, що наш діалог, то він йде постійно. І, кстати, ну, достатньо великі успіхи, мені кажется, у української дипломатії за все це час, за час війни. Навіть не те, що достатньо, вони взагалі великі. Но отдельно я бы выделил такую вещь, что мы стали очень активными, у нас проактивная позиция. Мы выдвигаем инициативы, и дальше они где-то подхватываются, развиваются, расширяются. Ну, как пример, то, что именно украинская мирная инициатива легла в основу голосования ООН на годовщину войны. Это была украинская мирная инициатива, это же не был план там, Италии, США, Евросоюза или Китая. Нет, в основу лег украинский мирный план. Вот это важно. Так и здесь. В Китае, например, когда издал тоже на годовщину войны, вот уже скоро месяц как назад, издал свою бумагу под названием «Позиция Китая по отношению к российско-украинской войне», эта бумага называлась «Позиция Китая по отношению к...». Вот сегодня, наверное, я думаю, где-то в Евросоюзе уже разработана, я просто не знаю, публично она или нет, но что-то от, «Наш ответ Китаю» называется. Да? То есть позиция Евросоюза по поводу позиции Китая по поводу войны. Вот в таком документе, как бы он ни назывался на самом деле, это, конечно, я утрирую, не так называется. Вот в разработке этого документа наше мнение будет услышано, да. Ще одне питання по Китаю, пане Михайло. Така цікава річ, не знаю, чи ви бачили, сайт уряду китайського продемонстрував і затвердив карту з сусідніми територіями російськими. І, власне, на цій карті вони вирішили 8 російських міст та територій називати вже китайськими топонімами. От ми виведемо карту, а я перечислю кілька з них. Власне, що Вайсинань, зараз, бо це важко читати, місто Благовіщенськ називають Хайлан-Пао, Хабаровськ – Болі. Ми можемо вивести карту? У нас є карта. Уссурійськ – Суан-Цен-Жи. І ще кілька територій, власне, назвали своїми топонімами. Як ви вважаєте, це можна розцінювати як продаж Путіном Росії? Тому що реакції, звісно, що ця карта була оприлюднена на початку лютого, зрозуміло, вже скільки часу пройшло, ніякої реакції, жодних слів з боку Росії. От я, кстати, задумався зараз, коли я слышав, конечно, про цю карту багато вже чого. Всі ці слова трудно так читати, вони ведь мають смисл на китайському язикі. В частності, от названня Владивостока – це «Бухта морских огурцов», по-моему, ну, в переводе с китайского, вот то слово, которое там использовано, так и каждый из этих тоже имеет какой-то географический смысл, описывающий это место. Но я вдруг понял, я подумал, так ведь, наверное, эти названия, они просто есть в китайском языке. Вот как для нас Вена – это Видень, в Вене никто про это не знает, что она Видень. Вот я помню, я когда вот в Латвии жил, то у меня указатель возле дома был. Написано было «Плескава 200 километров».
Я, честно, я думал, что Плескава – это какой-то город в Латвии, но я не был никогда в этом городе, но мало ли городов в Латвии. Оказалось, Плескава – это Псков по-латышски. Но я не знал, что по-латышски Псков будет Плескава. Вот. Так и у них. Вот они, у них же перечислены те города, которые китайцы издревле, прям сколько эти города существуют, столько китайцы о них знают. Потому что, когда ты стоишь в Хабаровске на берегу Амура, то ты напротив видишь китайский город, название которого я к своему стыду просто не помню. Вот он ровно через реку, и он виден. Вот он. Точно так же китаец, который стоит на берегу Амура, видит Хабаровск. Он его должен как-то называть. И он его не называет, естественно, словом Хабаровск. Та же история с Уссурийском, только через реку Уссурку, по-моему, или Уссури. Точно так же на одном берегу китайцы, на другом россияне. И они видят и как-то называют. Поэтому это вполне себе их естественные названия. Совершенно не обязательно, что это претензии. Когда латыши называют Псков Плескава, пишут так на карте Плескава, они не подразумевают, что это... Ну, так это звучит очень по-латышски там для латышского уха, но не подразумевается, что это часть Латвии. Куанхендау, Михайло, называется місто, яке навпроти Хабаровска. Да, вот видите. Да. Завершуємо тему Китаю. Скажіть, будь ласка, от тепер поговоримо про Росію, про Путіна і про його можливі зустрічі. З'явилася інформація, РІА Новості передавали, що, можливо, в вересні бункерний дієт може відвідати саміт G20. Іначе то вже графік змістили, економічний форум перенесли, якийсь, який має бути в кінці літа. Наскільки ви вірите в те, що Путін може поїхати на G20, зважаючи, що левова переважна більшість лідерів цих країн є ворогуючою фактично стороною для Росії? Ну, почти ні наскільки не вірю. Тому що я пам'ятаю, чим ми займалися год назад, от з вами тут же практично, ми займалися обсужденням, поїде ли Путін в Індонезію на саміт G20. Изменилось мало. На место Индонезии стала Индия. Согласитесь, разница. В общем, ну, чуть ближе, конечно, лететь, но и все на этом. И тогда, год назад, ну, шла война, тоже, наверное, месяц войны прошел, и вдруг пошла речь о том, что Путин собирается в сентябре ехать на саммит в Индонезию. И это вызвало взрыв негодования у нас, в Украине тогда. Как? Неужели его пустят в Индонезию, ведь это же изгой, понятно, это военный преступник, как его могут пустить в Индонезию? И мы тогда все вот буквально возмущались, кричали, ай-яй-яй, как же так? А, ну, типа, давили на мировое сообщество, как же так? А мировое сообщество сказало, а мы ничего сделать не можем, так как есть этот формат, он называется G20, и в нем принимает решение о приглашать или не приглашать только принимающая сторона, которая по очереди одна из этой G20. И вот просто очередь Индонезии. Поэтому президент Индонезии послал, как он сказал, уже приглашение Путину. Его никто не мог остановить. Понятно, что Индия точно так же послала приглашение Путину. И Индию тоже никто не может остановить. То есть надо либо распускать G20, либо, если он существует, то вот Индия позвала, значит, позвала. Но давайте вопрос, поедет ли. Ну, год назад точно так же, кстати, тот же Песков с Лавровым говорили, что он рассматривает возможность лично поехать. А мы говорили, да ну куда он поедет, чтобы ему лицо плевали, он поедет. И что в результате? Поехал Лавров в трусах, как мы помним, в трусах и в ботинках. Поэтому мой прогноз, в Индии будет Лавров в трусах и в ботинках, если, конечно, Лавров доживет до сентября, как физически, так и на посту председателя этого, чего у них там называется, Министерство иностранных дел РФ. А, пане Михайло, чему вы уважаете, что он может втратить эту посаду? Ну, потому что, во-первых, у него нервная работа, видите, он даже в трусах в Индонезии оказывается. Во-вторых, есть такие сведения, они, конечно, как сказать, пока еще никем не проверенные, но они уже есть, что в России сейчас рассматривается вопрос о смене председателя правительства, о смене Мишустина на Медведева. Этот вопрос, ну, по всем источникам, которые сейчас об этом говорят, естественно, у меня нет никакой информации, сразу скажу, я просто слушаю таких же людей, у которых просто больше информации, которые из России эти люди, вот они считают, что там рассматривается всерьез вопрос о смене Мишустина на Медведева, потому что это в рамках общих там конфликта, треугольники там с Патрушевым, Путиным и еще кем-то, я сейчас уже не вспомню даже. В чем там интрига, сейчас сходу не вспомню. Ну, соответственно, если правительство будет формировать Медведев, он может назначить кого-нибудь другого, потому что Лавров, знаете, ну, представьте себе, предположим, они действительно формируют новое правительство. Предположим. Это же удачный повод поменять Лаврова.
Дело в том, что как этот Лавров испортился, несите другого. С этим Лавровым все не очень хорошо. Лавров стал изгоем абсолютным. Лавров наговорил за год очень много лишнего, очевидно. В частности, поддержка вот этих фашистских идей, поддержка Гитлера, например, из уст Лаврова. Это прозвучало достаточно дико. И понятно, что в России это никого не смутит. Но у Путина есть задачи во внешней политике, которые надо решать. В частности, Лавров испортил отношения с Израилем. Настолько, что Израиль оказался готов оказывать поддержку Украине. Это тоже, видимо, расценивается ему в минус. Поэтому его могут захотеть заменить. И если просто заменять Лаврова отдельно показало бы, что, дескать, провалилась внешняя политика, то в рамках просто смены правительства, ну, зачитываю состав нового правительства, объявит Медведев. И там не будет Лаврова, а будет какой-нибудь Сидоров, Пупкин, какая разница. И никто, или Мишустин, не знаю, какая разница кто. И никто же не заметит Захарова, пожалуйста. Вот. И все, и нормально. Поэтому я вполне за эти полгода много, может, знаете, полгода до сентября, полгода. За это время мы многих персонажей можем не увидеть с той стороны. Це правда. Пане Михайло, заявляли ми ще тему про Грузію. Нагадаю коротко нашим глядачам, 7 березня парламент намагався протащити закон про інагентів, який є фактично аналогом іноземних агентів іноземного впливу, які є в Росії, і вже давно діє і поповнюється постійно. Мітингувальники, грузини не дали цього зробити, вийшли на протести, величезна кількість людей протестували, відповідно, змусили цей закон завернути і взагалі про нього забути. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це є, як ми любимо казати, рука Кремля, і їм не вдалося втілити свій план і розвернути євроінтеграцію Грузії? І чи є тепер в Кремля побоювання, ну не про другий фронт з Грузією, а про те, що ж є, очевидно, з новою хвилею нова країна, яка не зовсім, населення якої категорично не погоджується з сусідом-агресором? Значит, рука Кремля есть, но не, вот непринятие самого закона является рукой Кремля. Сегодня в Грузии рука Кремля очень сильна. Ее влияние России на нынешнее правительство также сильно через Бедзина Иванишвили, который негласный руководитель Грузии сегодня неофициально. Он был премьер-министром, сегодня он просто, вот я не знаю, какая у него должность, является ли он председателем партии Грузии, это грузинская мечта, но он точно является ее основателем. И через него происходит большое влияние России на внутреннюю политику Грузии. Это правда. Само же по себе решение принять закон об иноагентах, оно было несколько, ну, не напрямую указание там, из Москвы. Тут дело в другом, что через год примерно у них выборы. Я не помню число, но точно в 2024 году в Грузии парламентские выборы. На прошлых парламентских выборах грузинская мечта победила. Это были честные выборы. По крайней мере, да, оппозиция назвала их нечестными, но потом Евросоюз, в общем, их признал, США их признали. И там грузинская мечта набрала 48 или 46%, не помню. Партия Саакашвили, в свою очередь, набрала 27%. И, ну, не точнее, не сама партия, там некая коалиция, набрала 27%. И все это вот, ну, такой вот расклад политических сил. Он был на момент прошлых выборов, то есть это был год, наверное... 19-й или 20-й год, сейчас не вспомню. Наверное, 19-й. 20-й, да, 20-й. Значит, в 20-м году. Вот. За это время что могло поменяться и поменялось? У меня нет, естественно, данных свежих опросов, но за это время позиции, мне кажется, вот этих сил анти-иванишвилевских, назовем их так, они должны были усилиться просто очевидно, потому что сам вопрос обострился. Потому что началась война. Потому что с началом этой войны те пророссийские шаги, которые делала партия Иванишвили, которые раньше общество прощало и допускало, сегодня непростительно и недопустимы. Потому что грузинское общество, оно, безусловно, абсолютно антироссийское. Вот власть не антироссийская, а общество антироссийское. И, скорее всего, рейтинг партии «Грузинская мечта» должен был упасть, и их власть могла быть под угрозой. При этом, кто альтернатива на самом деле? Кто альтернатива? Это же не Саакашвили лично, который сидит в тюрьме, альтернатива. Нет, альтернатива – это достаточно много разных сил. И если коалиция финансируется в основном лично Иванишвили, который самый богатый человек Грузии, и личное состояние которого там соизмеримо со всей остальной Грузией, то оппозиция финансируется действительно западными многими институтами в том числе. Очень много в Грузии таких НГО. У нас тоже популярная тема НГО в Украине, всегда было до войны.
Но у нас в процентах от ВВП НЖО не представляли себе что-то серьезное. А в Грузии представляют себе. Грузия до нашей войны, по крайней мере, занимала первое место в мире по объему вот этих грантов, получаемых на душу населения. Первое место в мире занимала Грузия. И основные опасения партии Иванишвили как раз в том, что на эти гранты, собственно, их и свергнут. Поэтому цель их закона об иноагентах была ограничить эти самые гранты, чтобы ограничить оппозицию. Вот это была главная идея. Вот. Поэтому рука Москвы, она там присутствует в том, что, например, через Грузию идут подсанкционные товары, в том, что, например, в Грузии, я думаю, сегодня уже прячутся и российские деньги, вполне вероятно, каким-то способом тоже, но не вот в этом вопросе. В целом же партия, кстати, Иванишвили, она же пытается, тем не менее, затащить Грузию в Евросоюз. Партия Иванишвили не говорит, мы против Евросоюза. У них слоганы были Евросоюз и НАТО. И они, именно правящая партия Иванишвили, подавали заявку как кандидаты в Евросоюз. Заявка не была принята за то, что та же партия Иванишвили нарушает какие-то другие там пункты, другие законы. Ну, на нашему горбі хотілося залізти в Евросоюз. Да, ну они пока не соответствуют. Но Евросоюз их не отбросил. Евросоюз не сказал, не, у вас тут партия Иванишвили, мы вас не возьмем. Он сказал, вот вам список пунктов, которые надо выполнить, чтобы стать кандидатами. И сейчас общество, гражданское общество в Грузии, внимательно следит за тем, чтобы партия Иванишвили никуда не свернула в сторону. Чтобы не получилось, как с Януковичем, который вдруг скажет, а знаете, мы в таможенный союз пойдем. Да? Вот за этим следит гражданское общество, которое у них большое и есть. Дам до іншої країни, пане Михайло, Ізраїль. Там зараз складна ситуація, і принаймні опозиція, яку очолює, ну, очолює один з лідерів, це є колишній прем'єр-міністр, Лапіат розповідає, що такого ще не було в історії Ізраїлю. Останніх 10 днів там шалені протести, 500 тисяч людей виходять на мітинги. Все тому, що правлячий уряд на чолі з Нетаньяху намагаються зробити, так би мовити, судову реформу. Вони хочуть, аби уряд мав вплив на суддів, міг їх призначати. Вони це розповідають, мотивують тим, що, мовляв, аби не було цієї корупції в судах. Власне, велика кількість населення Ізраїлю незадоволена, виходить на протести, і є вже навіть чутки, офіційних я не бачив повідомлень, що через те, що вийшла велика кількість людей на вулиці, війська мали вийти на навчання. І частина військ навіть відмовилась йти на навчання. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозна криза зараз в Ізраїлі, і як вона може і чи може повпливати на українське питання і війну проти Росії? Ну, ні, воно не може повлиять взагалі ніяк на український вопрос, просто цей вопрос, тот, із-за которого все возникло в Ізраїлі, він зв'язан прямо з государственним устройством країни, прямо по-настоящему государственним устройством, но не з тим, какова внешня політика. Внешняя политика, она определена. Мы видели, что за время войны Нетаньяху уже третий премьер-министр Израиля за время войны. Третий. И сказать, что прям все кардинально поменялось при одном, втором или третьем, я не могу. Туда немножко, сюда немножко. Но в целом Израиль придерживается некого нейтралитета с гуманитарным перевесом в сторону Украины. Военный нейтралитет и гуманитарная поддержка Украины. Вот такая позиция при всех трех премьерах. Поэтому останется Нетаньяху премьером, не останется, нам не важно. Там в долгую рассматривать этот вопрос, но мы тоже как-то, нам пока рано, мы еще сами не победили. Чтобы рассматривать нам, какой Израиль выгоднее через 10 лет. Израиль, который грозится стать, так сказать, скажем так, религиозной диктатурой, как там некоторые считают. Вот те, кто протестует, 500 тысяч человек, у них есть мнение, что вот эти реформы, которые предлагает и пытается провести правительство Нетаньяху, сделают Израиль некой исламской республикой. Только не исламской, а иудейской, религиозной. Где будет главенство религии над государством. Там и так, кстати, в Израиле религия не отделена от государства. И в некоторых сферах деятельности суды религиозные, а не какие-то гражданские. И вы не можете обратиться по этим вопросам в гражданский суд, не имеете права. И многие вопросы решаются религиозными вот деятелями, а не гражданскими властями. Но сейчас, так как в правительстве очень много религиозных деятелей, то оно пытается свернуть в эту сторону, как там, как считают, по крайней мере, это же не написано в законе, да, напрямую, что теперь вес религии увеличится. Нет, так считает оппозиция. Вот. Но нас это все, правда, честно, не касается вообще. Там идет борьба за то, вот по какому дальше пути пойдет Израиль. Это им важно, вот в Израиле это все важно, действительно, я понимаю, почему 500 тысяч человек выходит на протесты.
Но понимаю и тех, кто поддержит реформу, потому что вот мои знакомые есть и на той, и на другой стороне, мои друзья есть даже на обоих сторонах, прямо на обоих сторонах, и на стороне коалиции, и на стороне оппозиции есть мои близкие друзья, и я могу понять их позиции, я понимаю, что они отстаивают, это люди очень разных взглядов, более консервативные вот на стороне власти, более либералы такие на стороне оппозиции, но и там, как говорится, есть... Смисл. А ви як, Михайло, вважаєте, власне, ця от реформа, яку намагається втілити Нетаньяху, це є крок до узурпації влади? Ні, я так не думаю, кстати, насчет, що це до узурпації вообще-то власті. І там вообще о чому йде речь? О тому, що от є реформа. І ті, і другі, ну, по крайней мере, серед моїх друзей, і та, і друга сторона вважають, що реформа нужна. Угу. Вот это, на этом все согласны. Да? Это не то, что кто-то говорит, да не, не нужна реформа. І ті, і другі вважають, що нужна. Но есть один ключевой интересный момент. Дело в том, что Нетаньяху, премьер-министр, он там под подозрением по нескольким уголовным делам. Его вина не доказана, но уголовные дела в его адрес есть. И протестующие говорят так: раз против тебя есть уголовные дела, угу, то твое правительство не может принимать реформу, которая повлияет на твои же собственные уголовные дела. Логично. Потому что ты сейчас действуешь в своих интересах. А, соответственно, та сторона, которая за Нетаньяху, говорит, что нет, ну подождите, он демократически избранный лидер. Он не один это делает. Это 64 депутата Кнессета. Они все избраны только что на выборах. Никто не сомневается, что это свободные выборы. Поэтому это не в интересах лично Нетаньяху, это в интересах большинства населения. Вот в чем вопрос. Он в своих интересах это делает или в интересах избирателей? И этого никто выяснить не может, потому что не доказано ни одно, ни другое. Вот такой вопрос, собственно, в этом. Цікавая ситуация. Пане Михайло, якщо говорити сьогодні, знову ж таки, понеділок, очевидно, з пресою поспілкувався Дмитрий Пісков, багато наговорив, сказав, що перейменування петиції в Україні Росії на Московію, яка набрала 25 тисяч, це є просто така очередна шуточка. Але і серед іншого він сказав наступне, що сьогодні Путін зустрінеться з Кадировим. І от мене цікавить ваша думка, тому що якщо подивитися на хронологію зустрічі Путіна і взагалі цю ситуацію з Кадировим і Чечньою, Кадиров останні тижні, місяці десь пропав з інфополя, пропав як людина, яка бере безпосередню участь у війні. Якщо згадати Кадирова на початку вторгнення повномасштабного, то він ледь своїми кадирівцями не хотів залякати пів України, зараз їх ніде немає, TikTok не оновлюється. І хронологія. Путін зустрівся з сином Ахматом, 17-річним, а потім заявляють про хворий Кадиров, кажуть, а потім заявляють, що Путін зустрінеться з Кадировим. Чому така послідовність, що він спочатку зустрічається з неповнолітнім сином Кадирова, а потім самим Кадировим? Так, начну с вообще комментария Пескова, потому что там, вот вы там так вскользь упомянули про Московию, а он там сказал важнейшие, на мой взгляд, слова. Прямо никто за всю войну со стороны российских официальных властей ничего такого важного по важности больше не говорил. Он же обиделся, он же объяснил, почему нельзя переименовывать в Московию. Не просто там шутки-шутки, нет. Он заявил следующее, что наша страна остается великой страной и великой державой. Что вот в их РФ, РФ – это великая страна и великая держава. И это же ключ к пониманию вообще этой войны. За что воюют-то все эти россияне? Они воюют за то, что, как они считают, их вот эта страна, появившаяся 32 года назад, это великая держава и великая страна. И Песков это озвучил, наконец-то, что они воюют за право быть великой державой и страной. У них нет за 32 года, они ни разу еще, ни Песков, ни кто другой, не предъявили доказательств, то есть что за 32 года они сделали, чтобы считаться великой страной или великой державой. Но они тут пока утверждают, и, видимо, этой победой пытаются как бы заслужить такое право. Ну, как когда-то была Великая Армения, мы помним. Вот есть Великая Албания, есть идея Великой Албании, кто знает, это идея завоевать, чтобы Албания завоевала все земли, где живут албанцы. Так Россия хочет стать великой Россией, ну, Российская Федерация. Видимо, вот после 32 лет мирной жизни, ну, как, конечно, тоже не мирной жизни, но после 32 лет идеи как бы развития и роста, что ли, экономики, они лишь перешли к идее, что им надо стать почему-то великой РФ. Вот, это было ключевое, важное послание, мне кажется. Вся остальная история про Кадырова, ну, она как раз такая простая и понятная. Уже состоялась эта встреча, с ней есть видео разговора Кадырова с Путиным, и
Я думаю, что она была проведена в ответ на все наши с вами домыслы. Ну, а так как понятно, что наши с вами его не интересовали, Путина, а вот российские домыслы внутри российской элиты и верхушки, они всех там интересовали. А все, я уверен, в российской верхушке, увидев встречу Путина с Кадыровым самым младшим, догадались, что его готовят срочные преемники, что с Кадыровым средним, то бишь с Рамзаном Кадыровым что-то не так. И сегодняшняя встреча должна была доказать, что Рамзан Кадыров способен приехать в Кремль, способен разговаривать не лежа, а сидя. Что он и продемонстрировал, он сидел и разговаривал с Путиным. Да, он выглядит ровно так, как на фотографиях, то есть очень плохо, то есть с большой вероятностью человек чем-то болен, с большой вероятностью, но, видимо, не настолько плох, чтобы говорить о том, что он вот-вот должен быть заменен на кого-то другого. А, пане Михайло, але для чого була зустріч, власне, Путіна з неповнолітнім Ахматом? Суть в чому? Я думаю, что все-таки, учитывая то, что, несмотря на то, что Кадыров Рамзан приехал сегодня в Кремль, но он выглядит плохо, реально. То есть он выглядит как очень больной человек. Я не знаю чем, я не врач, но просто есть сравнение. Вот если взять всех, кто видел год назад, да даже когда было знаменитое селфи Кадырова с Путиным, это вообще было совсем недавно, когда Кадыров делал селфи в кабинете Путина, но это несколько месяцев назад. Это был другой человек, чисто внешне, с лица был другой человек. И, наверное, они хотят ввести этого малолетнего сына в какие-то властные органы уже в Чечне, чтобы тот постепенно набирал политический вес очень быстро, накачивать его весом, влиянием, чтобы в случае, если что-то случится с Рамзаном Кадыровым, чтобы иметь возможность быстро назначить этого сына руководителем республики. Я думаю, что в этом идея. На завершення, пане Михайло, теж тема, яку ми заявляли на початку нашої розмови – спорт і Росія, і Білорусь. Власне, на днях появилася інформація, що Федерація фехтування міжнародна вирішила повернути білоруських і російських спортсменів до змагань, що було взагалі нонсенсом, тому що, як правило, всі федерації російські, футбольні в тому числі, шахи, намагаються рухатись до Азії, де їм двері відкриті, до азіатських різних асоціацій. Так от, фехтування білоруси повертаються і росіяни, і тепер з'явилася інформація в більшості на російських пабліках спортивних, що і в 24-му році збірна Росії з хокею, ми знаємо символізм хокею, Путін сам найбільше любить хокей, сам хокеїст, закидує по 100 шайб за один тайм, коли грає. Так, власне, це намагання Росії альтернативними шляхами повернутися в об'єкти обговорення повноцінного як Російської Федерації на міжнародній арені, і вони намагаються пропахати через спорт, якщо через політику вони не можуть аж ніяк пройти. Да, вони спорту уділяють огромне, звісно ж, огромне значення. От якраз, повертаючись до слів Пескова, о тому, що вони утверджують, що вони за 32 роки построїли велику країну, то, конечно, спорт – это одно из немногих, где они могут предъявлять какие-то достижения. Да, значительная часть достигнута при помощи химических препаратов, допинга, но все-таки хоть что-то, хоть как-то. И вот они это прямо и вывешивают на флаг, что смотрите, мы великая страна, потому что у нас спортсмены. Ну, даже другого у них нет. У них нет технологий, науки, что еще, искусства, значит, спортсмены. Ну вот, это последнее, что есть. Почему удалось, например, в фехтовании? Очень просто. Кто председатель Международной Федерации Фехтования? Був Алишер Усманов. Конечно, Алишер Усманов. Человек, который под санкциями, самый богатый человек России, близкий друг и Путина. Ну, конечно, не друг личный, но близкий соратник Путина. И уж точно владелец Медведева в какой-то момент. Сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но бывший владелец Медведева. В общем-то, как это говорят, зять или тесть, это называется тесть Путина Усманов. Потому что Кабаева приемная дочь Усманова де-факто. Ну, она жила у них дома до того, как начать жить у Путина дома. Он ее, собственно, и продал Путину. Поэтому Усманов очень влиятельный человек в России, и он представитель Международной Федерации Фехтования. Поэтому и разрешили. Но я надеюсь, что фехтовальщики всего мира откажутся участвовать в этих соревнованиях. Потому что вот сейчас с теми же шахматами большой скандал. Кто представитель Федерации Шахмат мира, в свою очередь, давайте спросим. Не знаю. А, Дворкович, Аркадий Дворкович. Бывший вице-премьер в правительстве кого? Путина. В 2008 году Путин стал премьером, а его вице-премьером был Аркадий Дворкович. И вот он сегодня председатель Федерации шахмат всемирной. Поэтому в мировых шахматах страшно недовольны тем, что России разрешили перейти в Азиатскую Федерацию, где она будет играть с флагом. В европейской она без флага играла. Да. Вот. Потому и сказали, что, так этот, что Россия превратила Федерацию шахмат в свою вотчину, так сказать, что это все уже не международная федерация, раз такая история.
И многие сейчас с этим ведут борьбу, так сказать, да, разумные какие-то спортсмены и функционеры. Ну, теперь хоккей. Прошлый председатель Федерации хоккея, я вот не помню, кто сейчас председатель Федерации хоккея, прошлый, которого звали, как звали прошлого председателя Федерации хоккея, на букву «Ф», вот я вылетел из головы. Но что интересно с председателем Федерации хоккея? Значит, вокруг него же был тоже большой скандал, когда в Беларуси проходил Рене Фазель. Значит, в Беларуси в 2021 году должен пройти был чемпионат мира по хоккею. В 2021 году в Беларуси. А в 2020, как вы помните, прошли массовые протесты. За решеткой оказалось огромное количество белорусов. Многие были убиты. Начались массовые репрессии. И мир весь решил, что, как может пройти чемпионат мира по хоккею в Беларуси в такой обстановке, где реально идут пытки людей там, и так далее. Но Рене Фазель съездил в Минск, встретился с Лукашенко, вернулся и сказал: «Вы знаете, я посмотрел, да не, ничего страшного, в принципе, наоборот. Чемпионат мира будет только способствовать установлению демократии и свободы, поэтому давайте его там и проводить, в Беларуси». После чего многие сборные начали постепенно отказываться от того, чтобы ехать в Беларусь. И тогда спонсоры чемпионата мира, а это компании «Шкода», «Нивея», остальных сейчас не вспомню, прямо официально заявили, что они отказываются от сотрудничества, «Цептер», по-моему, отказались от сотрудничества с Федерацией хоккея, сказали, что спонсировать не будут чемпионат мира. И Фазель был вынужден отказаться от идеи проведения чемпионата в РБ, в Беларуси, и чемпионат перенесли в Латвию в срочном порядке. И он прошел в Латвию в результате. Вот такая была история в 2021 году. И, казалось бы, при чем здесь Россия? Но недавно, буквально недели 2-3 назад, выяснилось, что Рене Фазель получил российское гражданство, неожиданно, швейцарец Рене Фазель, глава Федерации хоккея бывший. И оказалось, что ему принадлежит 50% предприятия по производству, что-то я забыл чего, огурцов, по-моему. Не, яблок в России. Вот. И владеет он им вместе с Ротенбергом, который, в свою очередь, от имени «Газпрома» курирует весь хоккей в России. Вот. И возглавляет сейчас, его сын возглавляет, по-моему, «Скалинин», «Санкт-Петербург» и так далее. То есть просто человек был, вот он просто «Шрёдер номер два», только еще гораздо более глубоко туда внедренный в Российскую Федерацию. Поэтому в хоккее главный спонсор всего хоккейного – это тоже Россия, поэтому они пытаются вот в таких видах спорта, где они могут платить, они пытаются что-то такое крутить. Но мы же понимаем, что если Россия примет, если вот сегодня примет участие, давайте представим себе, вот фехтование, честно, я не знаю, кто сегодня главные фехтовальщики мира. Ну, просто это мимо меня прошло. Но давайте представим себе чемпионат мира по хоккею, значит. Состав группы А, в которой играют лучшие сборные мира, там такие примерно команды. Там, значит, Чехия, Словакия, Швеция, Финляндия, Латвия, США, Канада, Германия. Ну, вы представляете себе, что все вот эти, кто-нибудь из них будет играть с россиянами в хоккей? Ну да. Даже если Федерация хоккея такое решение примет, что чехи будут играть с россиянами, что словаки будут играть с россиянами. Это невозможно. Как в свое время ФИФА пыталась продавить участие России в отборе к чемпионату мира в Катаре, но сами чехи, поляки и шведы сказали: мы не выйдем на поле с россиянами. Даже если вы их переоденете в белую форму, заберете у них флаг, будем знать, что это россияне, мы с ними играть ни во что не будем. И здесь будет то же самое, поэтому здесь шансов нет. Пане Михайло, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що ми з вами проговорили і геополітику, і багато так аж копнули. Здавалось би, спорт, багато хто каже, вне політики. Але ми ж прекрасно розуміємо, що зараз немає жодних неполітичних або недотичних до політики процесів. Дякую вам. Дякую вам, спасибо. З нами був Михайло Шайтельман, український політтехнолог. Не забувайте ставити дзвіночок, підписуватись і коментувати наше відео, аби більше глядачів змогли побачите його на YouTube-платформі. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.